почему городу понадобилось помещение на Чугунной улице и что там планируется сделать? Добрый день. Действительно, помещение, о котором идет речь, это здание, которое принадлежит на сегодняшний день пока ЛАМО. Обсуждение о его выкупе городом у ЛАМО для расширения возможностей больницы Святого Луки идет последних несколько лет. Последний раз к нему очень, скажем так, плотно возвращались в мае прошлого года, когда решался вопрос, когда были выделены федеральные деньги для закупки у частников, в том числе разных помещений для офиса врачей общей практики. Тогда поднимался вопрос вновь, так как Калининский район достаточно разрастающийся район, рядом с Чугунной построен практически целый маленький микрорайон, то есть очень много высотных зданий. И, конечно, и администрация Калининского района, и правительство Санкт-Петербурга, и вице-губернатор в тот момент, там, Владимир Митянин, поддерживали комитет по здравоохранению в плане расширения возможностей больницы Святого Луки и приобретения этого здания за счет города и для присоединения его к больнице. К сожалению, в тот момент пошли по пути только маленьких офисов врачей частной практики, и на это здание просто-напросто не хватило денег тогда. К этому вопросу возвращались и в декабре 2019 года, когда рассматривали бюджет, собственно говоря, 2020. И этот вопрос тоже стоял в животрепещущем. Все помнили, что рано или поздно это здание должны были выкупить, договориться о цене и перейти в пользование больницы ЛАМО. В концепции развития не больницы ЛАМО, а больницы Святого Георгия, больницы Святителя Луки. В концепции развития данного учреждения есть не только это здание, а есть и дальнейшие перспективы, то есть главный врач, команда его задумывается о дальнейшем строительстве, расширении для того, чтобы создать достаточно мощное учреждение. Сейчас это учреждение на 335 коек. При присоединении и переоборудовании данного здания оно будет где-то в районе 500 коек. То есть достаточно мощное уже учреждение, с серьезной очень урологией, одно из самых лучших в нашем городе, с направлениями по реабилитации, по онкологии. То, чем сейчас не обладает больница, это отделение амбулаторно-консультационное, то есть АКО так называемое. Собственно говоря, в этом и нуждается в том числе Калининский район. Поэтому, когда было принято решение о том, что выкупить все-таки это здание для именно в настоящий момент для данной больницы, для того, чтобы переоборудовать его. Для каких целей оно будет использовано? То есть принципиально в концепции это размещение на первом этаже амбулаторно-консультационного отделения, как я сказал, это размещение амбулаторного и стационарного отделения химиотерапии, которое, как вы помните, скажем так, в несколько ужасных условиях, но оно будет ремонтировано. Перенос в это здание из основного корпуса сейчас отделения медицинской реабилитации, для того, чтобы в основном корпусе максимально развернуть хирургические направления, как хирургию, так и урологию, терапевтическое отделение. Поэтому, собственно говоря, вопрос о выкупе и присоединении просто вопрос был времени, то есть когда это произойдет. Действительно, в этом здании на сегодняшний момент располагается несколько арендаторов. И арендодателем является ЛАМО, и, собственно говоря, оно заключало с ними правовые договора, и согласно существующему законодательству, в течение двух месяцев, как и положено, оно информирует всех арендаторов о том, что так произойдет, что город выкупит, собственно говоря, это здание, и оно будет передано. Благодаря, ну скажем так, руководству ЛАМО пошло навстречу городу, то есть мы, несмотря на то, что там находились арендаторы, комитет по строительству произвел обследование здания, то есть мы посмотрели, действительно, мы без больших каких-то капитальных вложений можем его переоборудовать. Здание на сегодняшний момент имеет медицинскую лицензию, оно располагается в пределах красной линии больницы, то есть это удобно для создания такого, собственно говоря, мощного медицинского кластера, который будет на радость, собственно говоря, нашим жителям. Для чего мы расширяем коечный фонд? Хочу напомнить, что с 70-х, 80-х годов, то, когда были построены основные все учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, все наши тысячники, население города было 3,5 миллиона. Сегодня население города в районе 5,6, да, то есть кратно выросло, ну, практически в два раза, да, при этом мы практически ничего не построили. Да, поэтому, конечно, вот то, что правительство города обращает на это внимание и помогает системе здравоохранения строительством новых корпусов или, ну, скажем, переоборудованием практически готовых к употреблению корпусов, для нас это большое благо, потому что тем самым мы, скажем так, качество медицинской помощи значимо не улучшим, потому что оно у нас и так на достаточно высоком уровне. А вот качество бытовых услуг для наших пациентов, которые находятся сейчас в палатах и по 4 человека, и по 6, и по 8, конечно, это ненормально. Поэтому действительно, если мы сможем привести
к одно-двухместным палатам с душем, с туалетом. То есть это только благо. То есть мало того, что мы создадим более хорошие бытовые условия. Ну и тот вопрос, который звучит сейчас, действительно мы находимся на спаде эпидемии по коронавирусной инфекции, мы уходим из него. Технологии на сегодняшний момент позволяют к любому практически зданию пристроить или приставить, скажем так, шлюз для входа и выхода из красной зоны и приставить модуль для обработки отходов, которые получаются класса В при том, когда люди обращаются с этой инфекцией. Поэтому говорить о том, что это корпус под ковид отдается, нет, конечно, действительно развитие больницы, но с таким условием, что мы можем в течение там, 1-2 дней перепрофилировать этот корпус на прием именно пациентов там, с коронавирусной инфекцией либо с другим каким-то инфекционным заболеванием, что в принципе мы сейчас достигли по любым другим учреждениям, то есть опыт, который был получен там, в конце марта и в начале апреля, он говорит о том, что если раньше мы на это тратили там, 7-14 дней, то сегодня, имея вот все эти модульные системы, достаточно просто перевести, поставить прамом за 1-2 дня и запуститься. Поэтому это развитие учреждения, мы благодарны правительству города, что оно идет по этому пути, оно развивается. Если говорить об арендаторах, которые сегодня испытывают какие-то трудности, ну, собственно говоря, это бизнес. Это бизнес у кого-то медицинский, у кого-то не медицинский, и риск каждый оценивает сам самостоятельно, тем более, я повторюсь, что история о том, что город выкупит это здание, она не нова. Она обсуждалась несколько лет подряд. На сегодняшний момент город идет навстречу арендаторам, то есть их не бросили, не выкинули на улицу, то есть на сегодняшний момент комитет по имущественным отношениям предлагает, в частности, если мы говорим про Карис, им предложили 4 различных площадки в городе с возможностью, если они выполнят ремонт, то капитальные затраты, которые потратятся на это, будут возвращены в виде арендной платы. И в последующем, то, что тоже, на мой взгляд, беспрецедентно для бизнесменов, это последующий выкуп льготных в течение 5 лет. То есть, ну, не знаю, насколько еще можно пойти навстречу, да, собственно говоря, риск, конечно, существует, но и обратное предложение, которое город, собственно, арендаторам, которым, повторяюсь, город ничего не должен, да, такое предложение, мне кажется, что это ну, такая достойный ответ города с сильных позиций, когда город понимает важность этого мероприятия, учреждения, несмотря на то, что оно частное, это частный бизнес, но при этом он идет навстречу. Андрей Михайлович, только поясняющий, да, такой вопрос. Все-таки почему именно сейчас, именно этим летом, именно вот в такой разгар, да, не разгар, уже спад, как вы сказали, но все-таки пандемии на время потребовалось именно этой больнице именно расширение. Почему это не случилось чуть раньше или не случится чуть позже? Смотрите, все когда-то бывает первый раз, все когда-то всему наступает время, да. Это как день рождения, вы не можете угадать, когда оно начинается. Поэтому, ну, собственно говоря, мы несколько площадок на сегодняшний день закладываем именно стационарных, со стационарным обеспечением. Еще раз повторюсь, спасибо огромное, что были найдены средства. Они найдены, например, не сегодня, а через неделю будут найдены. В любом случае, или 2 недели назад бы это произошло. В любом случае, хорошо, потому что, повторюсь, для нас это расширение коечного фонда. Нормального коечного фонда с нормальными соблюдениями санитарных норм. Когда, еще раз повторюсь, люди не лежат по 6-8 человек в палате, да, когда людям созданы достойные условия, достойные 21 века, достойные нашего города. Мне кажется, что это положительный момент. Почему сейчас? Ну, собственно говоря, если мы говорим о временных госпиталях, временные госпитали это все-таки временные, они могут существовать год, два, три. Это здание, которое, оно 65-го года постройки, насколько я помню, то есть, в принципе, оно достаточно крепкие стены, оно может долго стоять, в принципе, не имея каких-то капитальных затрат, мы можем его быстро достаточно переоборудовать для того, чтобы запустить там все наши медицинские процессы. Разговор о ковид возник, на ваш взгляд, почему? Почему? Вы же сказали, если я вас правильно поняла, не специально ковид для того, чтобы просто модернизировать и расширить больницу, тем не менее, почему вот этот вот разговор возник, что это будет именно ковидный вопрос? Просто сейчас на острие эта тема находится, собственно говоря, люди... Многие наслышаны о ковид-инфекции, части у кого переболели родственники, не дай бог, или друзья, или знакомые, понятно, что они более погружены. Те, которые не столкнулись с этим, они испытывают, скажем так, некоторое недопонимание, есть ли эта инфекция вообще, некоторые задумываются. При этом понятно, что все устали и от мер ограничительных, понятно, что всем хочется сходить в ресторан, посидеть на летней веранде. Но, повторюсь, мы пока не совсем понимаем, какая будет вторая волна, как быстро она будет подниматься. И для того, чтобы быть готовым именно к стационарным условиям, к нормальному размещению наших граждан, мы готовы, еще раз повторюсь, сегодня, если есть такая возможность что-то построить, запустить новое, еще раз говорю, в крепких капитальных стенах, почему нет? Андрей
есть мы за нормальные стены, где могут комфортно работать и наш персонал, комфортно находиться наши жители и пациенты. То есть такой будет небольшой резерв на всякий случай, чтобы было. Смотрите, этот резерв будет в мирное время работать в плановой помощи абсолютно, поэтому в нормальных условиях.